Олимпийские рекорды на полях Олимпиады. Так изначально задумывались Паралимпийские игры. Но сейчас они привлекают не меньше внимания и все чаще вызывают даже больше интерес. Российских спортсменов встречали с небывалым размахом. Оркестр, цветы, плакаты. Сотни людей пришли сказать им спасибо. В этом году наша сборная триумфатор. Паралимпийцы шагнули на 6 отметок вперед и поднялись с 8-го места, которое они заняли 4 года назад в Пекине, на 2-е в Лондоне. 102 медали, 36 золотых. В 2 раза больше, чем на китайской земле. Для страны, в которой паралимпийское движение только набирает обороты, это настоящий рывок. Мы понемножку идем вперед. Так, чуть-чуть. 11-е место, там, 8-е, 2-е. Есть еще куда двигаться, в этом есть плюсы даже свои. Вот, и поэтому мы, раз так происходит, от игры к игре, от игр к играм, это значит, что что-то происходит положительное в нашем движении. В том, что государство нас поддерживает, в том, что общество нас поддерживает. Посмотрите, как настроения людей изменились. Просто люди ведь еще не знали несколько лет назад об этом, а иногда даже как-то с опаской, с некоторым, так сказать, двоемыслием к этому относились. А сейчас все же бодро, активно и крайне дружелюбно поддерживает нас, и в результате мы чувствуем эту поддержку. Паралимпиада в Лондоне стала и самой посещаемой. Почти 3 миллиона билетов распродали. Трансляции на Трафальгарской площади собирали целые толпы. Поддержку и внимание чувствовали и сами спортсмены. Они, как ничто иное, помогали им добывать золото. Сложно это было, наверное, сосредоточиться и не сойти с ума от рёва трибуны и от поддержки. И просто было очень колоссальное нервное напряжение. Вот, но слава богу, со всеми теми мастерами поддержки, которые были с нами в Лондоне, нам все удалось. Вот. И еще раз спасибо бесконечно тем, кто за нас болел, кто нас поддерживал. И я тоже благодарна и тренеру, и маме, и всем, и болельщикам. И это потрясающе. Я даже не могу передать вот всего. Наши спортсмены выступали в 12 видах спорта из 20. Это плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, настольный теннис, фехтование на колясках, стрельба из лука, пулевая стрельба, футбол инвалидов с церебральным параличом, академическая гребля, дзюдо, волейбол сидя. Впервые на спортивные арены вышли велосипедисты. Традиционно отличились наши пловцы и лучники. Первую награду высшей пробы команде принес пловец Сергей Пунько. Свое 5-е золото завоевала Оксана Савченко, выиграв во всех заплывах и обновив мировой рекорд. Лучшей стала Олеся Владыкина, победив 100-метровки брасом. Отлично выступили и легкоатлеты. Елена Иванова завоевала золото в беге на 200 метров среди спортсменов с церебральным параличом. Роман Капранов на той же дистанции повторил мировой рекорд. Алексей Ашапатов стал 4-кратным олимпийским чемпионом, выиграв в метании диска среди спортсменов на колясках. Трудолюбие вдохновляло, потому что очень много работы, все эти 4 года работали, поэтому результат таков. Почти все победы россиян сопровождались мировыми рекордами. Спортсмены устали и надеются хотя бы немного отдохнуть и восстановить силы. До Нового года они могут разъехаться по домам, а потом новые рекорды. Конечно, это горячий период. У нас предстоит сейчас проведение в городе Сочи на Красной Поляне 8 тестовых соревнований, 4 чемпионата России, 2 чемпионата мира, Кубок мира, Европы, международные соревнования по лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам, сноуборду, хоккею и кёрлингу. А по летним видам спорта сейчас ребята отдохнут. Мы за это время организаторы проанализируем, что у нас получилось, не получилось. И начнем выстраивать уже программы, планы подготовки к Рио-де-Жанейро. На Паралимпиаде нет победивших и побежденных. Все спортсмены, которых с такой теплотой встречали в Шереметьево, достойны высших наград. В Лондоне они взяли новую высоту и показали, что их возможности не ограничены. Ребята, которые едут на Паралимпийские игры, доказывают, что инвалидность не приговор, а самое главное – победа духа над телом. Преодолевая боль, они становятся примерами небывалой целеустремленности и воли к победе. Паралимпийские игры в Лондоне стали для наших спортсменов своеобразным рубежом. Все больше стран участвует в соревнованиях, и конкуренция становится все жестче. Впереди 4 года на тренировке перед соревнованиями в Рио-де-Жанейро. За это время спортсменам нужно хорошо подготовиться, чтобы отстоять звание одной из сильнейших паралимпийских команд мира. Екатерина Иванова, Сергей Шишкин, «Голос России».